воскресенье выбрались в лес погулять, в Щебетовку. Сейчас идем к виноградникам. Спереди у нас спящая красавица лежит, солнышке греется восходящим. Барашки вон внизу пасутся. А вон впереди, если видно, там еще было озеро. Сейчас осталось на него просто мокрое пятно. А еще в начале весны и осенью там оно было полное. И даже ловили рыбу. Даже прошедшие дожди не пополнили запасы воды здесь. Засуха конкретная, и это еще даже не лето. Даже не представляю, что будет летом. Так, в Щебетовке барашки сами бегают, пасутся. Вон колокольчики звенят, это коров выпустили, сейчас тоже пойдут в лес пастись. Птички попросыпались, поют. И мы решили прогуляться. Пойти пособирать чабреца и просто отдохнуть в лесу. Вышли вот на такую лесную дорогу в чаще леса. Эта дорога идет по водяной балке. Это место так и называется — водяная балка. Раньше речка тут была очень полноводная, но сейчас она вот внизу течет, но уже воды поменьше. В лесу для туристов поставили беседки. Это только в этом году их сделали. Там пожарный бак на случай пожара, и мусорные баки, костровище сделано, где можно развести костер, сделать шашлыков, подогреть себе чая. Вот такое замечательное лесо, место посреди леса. Ну, вода здесь есть, слышно журчание. Но озеро так и не пополнилось. Вот такая речка. Она уже пополнилась. Даже вот это вот... где воду собирают как для сбора воды и перенаправляют ее на Щебетовку. Она уже наполнилась и даже течет через верх. Эту воду можно использовать. Это как родничок. Выше находится термальный источник. Сейчас мы к нему подойдем. Хочу подойти поближе, снять эту беседку. Ну, а здесь можно отдыхать. Она полностью наполнилась водой. Аж через верх. Мы были где-то месяц назад, еще до дождей. Она была пустая, и воды в ней полностью не было. Сейчас она наполнилась и льется через край. Вот такую замечательную беседку люди сделали для туристов. Она находится в тени среди деревьев. Сделан навес. Здесь не страшен дождь. В любую погоду можно прийти и провести замечательное время в лесу. Также сделан мангал. Из камней его прямо зацементировали, сделали основательно. Здесь можно поставить кастрюлю, чайник, сделать чай, сварить суп или что-нибудь еще. А здесь мангал для шашлыков. Можно делать шашлыки. Также поставлен бак для мусора. Это место так и называется. Место
отдыха «Водяная балка». Правила поведения в лесу. На машине здесь нельзя. Надо машины ставить внизу, специально, где отведено место для машин. Не оставлять стеклянные бутылки в лесу. Не бросать горящие спички, окурки, бычки. Ничего в лесу. Их надо тушить и выкидывать в мусор. Костры разводить только в отведенных местах, чтобы не было вблизи, рядом травы, сухой листвы. В лесу не курить. Мусор за собой убирать, выкидывать в бак. Вот сюда. Оставлять за собой чистое место стоянки. Также желательно не использовать горючие масляные средства. Если их принесли с собой, то их надо с собой уносить и не оставлять ни капли, чтобы не было воспламенения леса. Вырубка леса, спил леса тоже запрещен. Это охраняется законом. Также вот они уже вывесили объявление, что пошли клещи. Да, клещи внизу были очень много. Надо пользоваться репеллентами. Дан телефон диспетчера, где можно позвонить и вызвать сюда спасателей, если вдруг что-то произойдет, или обратиться за помощью. Также предупреждаю, что сейчас как раз началось цветение купины неопалимой. Ясенец в простонародье. Цветок очень красивый. Цветет обалденно. Запах, правда, у него не очень. Он оставляет очень большие ожоги на теле. Руками его нельзя трогать. И даже если поднести зажигалку где-то в сантиметре от цветения этого растения, то оно вспыхнет синим огнем. От него исходят такие ядовитые испарения. Место просто чудо. Добраться сюда даже можно с маленькими детьми и спокойно отдохнуть в лесу. Сейчас мы просто будем подниматься по дороге в лесу, к водяной балке. Там, к термальному источнику, который находится в водяной балке. В этом источнике вода круглый год 18 градусов. Когда на улице минус, там все равно вода теплая. Побегу всех догонять. Они уже ушли вперед. Знаю, что не заблужусь. Ну, где-то спереди должны меня остановиться, подождать. Мы сейчас наберем воды родниковой в этом термальном источнике. Сейчас начало лета. В лесу еще все зелененько, ничего не выгорело. Птички поют. Идешь и наслаждаешься. Грязновато. С нами пошел малой. Видать, это он тут в грязи буксовал. Вон они спереди меня ждут. Поднимаемся выше. Тут еще одна замечательная стоянка. Можно поставить палатку, там ровное место. И оборудовано как бы костровище. И где можно посидеть вокруг костра, вечером погреться. И поднялись выше. Тут уже воды побольше. Начинаются вот такие каскады водопадов.
Эта балка поэтому и называется водяная балка. Забрались на противоположный склон от спящей красавицы. С этой стороны вообще замечательный вид открывается на нее. И тут уже видно, что эта красавица легла на склоне горы и лежит, греется в лучах солнца. Если внимательно присмотреться, видно подбородок, рот, нос, лоб, грудь, туловище и в конце тапок. С этой стороны просто конкретно видно, что это спящая красавица. А вокруг расположились склоны, укрытые полностью лесом. Вот эта гора полностью в деревьях. Они распустились, и даже не видно проблеска к горе. Ну, там есть тропинки, проходы, ходят туристы, также гуляют и отдыхают в лесу. Вдалеке виднеется Карадах. На спящей красавице были поселения древних скифов. Там они основали также свои поселения и городища. Это было одна из возвышенностей. Находились они высоко, неприступная скала, где закрывала их от всех нападок врагов. Оттуда им было легко вести свою оборону и себя защищать. Внизу находилась речка, родник. На том склоне, когда идет сильный дождь, он даже сейчас пробивается. Так что вода там всегда была. В жизни эта гора была очень благоприятна. Идем по горе. Запах чабреца, шалфей лекарственный по всей горе растет. Вот такой дикий лук. Вид просто замечательный. Аромат стоит от разнотравья. Вот это вот чабрец. В кустах фиолетовые цветочки. Пытаюсь до него добраться. Не знаю, как получилось. Это чабрец. В
лекарственное растение для иммунитета, для усвоения пищи, при кашле, простуде и просто очень вкусный чай с чабрецом. Поднялись еще выше. Тут еще более красивый вид открывается на Крымские горы. Рядышком с нами лежит спящая красавица, греется в лучах заходящего солнца. Вот это спереди виднеется заповедник Карадах, а между гор расположился поселок Коктебель. Очень красиво, все зеленью покрыто. Деревья сейчас нарядились зеленой листвой. А рядом на этой горе вся гора вот в таком кустарнике. Вот такие розовые шапки на этом кусте. И так вся гора в таком кустарнике. Смотрится как туман, как снег, только розовый. Необыкновенное воздушное пышное растение, кустарник. Вдалеке виднеется гора Курбан-Кая. Рядом расположилась спящая красавица в лучах заходящего солнца. А с другой стороны Курбанка, которая возвышается над Чебетовкой, над виноградниками. Начинают находить тучи. С моря тянут уже как бы даже дождевые тучи. К завтрашнему дню, вечером, может и натянется дождь. Впереди виднеется гора Дырковатая, Карадах. Вот над Карадахом как раз и начинают тянуть тучи. Над ним всегда получается, он или в тумане, или верхушки Карадаха спрятаны за тучами. Вид здесь суперский. Воздух вообще обалденный. Не жарко. Вообще классно сегодня мы погуляли. Как я и говорила, по всему склону горы распустились вот такие розовые облака. Это кустарник называется скумпия.